Всем еще раз привет. Сейчас я вам хочу показать свой квас. Я его заварила и поставила бродить позавчера. Вчера я его процедила, убрала в холодильник и даже не стала ничего туда добавлять для второго брожения. Просто брала в таком состоянии, что первое брожение еще чуть-чуть не закончится. Вот сейчас я протру бутылку, потому что видно, она из холодильника запотевшая. И видно также, что в холодильнике продолжалось брожение, потому что она вот такая вот твердая. Вот сейчас постараюсь открыть, надеюсь, что все не убежит, буду потихоньку. Так, хорошо. Немножко шипит. Теперь беру большую кружку пивную. Так, и вот смотрите, что у нас, видите, там показывает. Там идет брожение, поднимается. И сейчас буду наливать на ваших глазах. Так. Ну, считай, как пиво. Видите? Вот такая красотень. И смотрите, на стенках сразу образуются пузырьки газовые. И сверху вот такая пена. Ну вот. Большой работы нет с квасом дома. Сухари посушили, заварили с водой, солдом, сахар добавили, прокипятили. Когда остыло, добавили закваски. И забыли на сутки. Потом процедили, еще убрали в холодильник. И скоро получите вот такой напиток. Ай. Ядреный, холодный. Ароматный, пахнет солдом, мятой. Не надо никакого магазина бутылочного. Ну все. Всем спасибо за внимание. Пока.